Доброго время суток, дорогие любители летсплеев. Мы проходим Assassin's Creed 3. В прошлой серии мы помогли Лансу, нашему как его, столяру или плотнику, блин, опять я их путаю, вернуть себе инструменты, которые были его в мастерской. Хотя его бывший ученик Патрик О'Хара в наглую продал, короче, все. Все эти. И мастерскую. Так, нет, я хочу просто поставить маркер туда, нельзя. А в этой серии я соскучился по морским приключениям. Поэтому хочу немного поплавать. Надеюсь, никто не против. Так, не понял. Значок прям здесь, а где... Блин, щеглы, да вы как-то запарили, а? Попрошайки. Нате, надоели. А, вот ты где. Почему значок там, интересно? Так, давайте посмотрим, может, мы что-то можем прикупить для своей аквилы. Для своей ласточки. Так, это у нас есть 25 000 железное крепление. Нифига себе. Картечь 17 000 тоже нам не хватит. Блин, на что не хватает. Ну да ладно. Поплаваем и так, у нас и так навороченная аквила, то есть. Так, поплывем сюда. Виргинские острова. Миссия «Морские волки». Задание капера. Бегите от эскадры печально известных морских волков. Почему бегите? Почему? Не можем раздолбать, что ли? Я не пойму. Надо бежать обязательно. Потом еще хочу напомнить, то есть мы собрали побрякушки одноногого в Нью-Йорке. И надо наведаться к одноногому за последним письмом. Все наверх! Карибское море, 1777 год. Охраняйте торговые суда. Завершите контракт. Блин, не успел прочитать. Ну-ка вот так вот прочитаем. Завершите контракт, потеряв минимум 4 союзников. Окей, мне их как бы надо обогнать, наверное. Или нет? Где у нас будут враги? Эй. Половина парусов! Ребятки, как-то вы в опасной близости от меня плаваете. Они косяком, да, прям идут? Если так можно назвать. Впереди, бонусу! Вижу. Так, все паруса. Все паруса, ребята. Ой-ой-ой! Блять! Приготовить залп! Так, понятно. Фальконетками их не возьмешь. Хорошо так попали, но надо взять каленые, что ли, чтобы было помощнее. Блин, они так еще раз сосредоточились. Смотрите, враги, да? Есть один. Почему я все паруса не могу сделать, я не пойму. Я нажимаю кнопочку Е, но не реагирует. Ладно, давайте на половине парусов. Ну, давай. Давай, блипани! Да подожди. Так, фальконеты. Блин! Нифига. Блин! Есть второй. Правда, в нас тоже попали. Ох, блин, смотрите, он прям... Ветер в приличный, курс! Что-то мы его как-то не потопили даже. Дотянем, нет? Вперёд!
Видимо, нет. Да, я вижу. А, так. Так вроде вышло. Ох, вашу мать, куда вы претесь? Блять. Огонь! Клочья, но он еще жив. Блин, по-моему, мы опять не дотянем. Укусили, но не потопили. Бля, я так потеряю всю эскадру союзных кораблей. Фальконеты? Нет, нифига. Сейчас будет команда, сейчас. Огонь! О, твою мать! На тебе. Давай, в упор его. А-а-а, шакал. Есть, на дно. Блин, вот эти черные волки, это жесть. То есть не могу вынести корабль с одного раза их. Опа, вот, смотрите. Разворачивайтесь, ребятки. Да что такое молоко? Ну ладно, давай попробуем. Есть еще один. Последний остался. И наших союзников два осталось. Давай, как-то так. Они не успеют перезарядиться. Зато они успеют протаранить меня, блядь. Фух. Это было муторно. Мы потеряли больше четырех своих ребят. Ох, морские волки дают, конечно, просраться. Не морские, черные волки, извиняюсь. Почему я в этом костюме не могу по городу бегать? Такой классный костюм, мне вообще нравится среди всех остальных. Чем-то похож на костюм Хейтема. Так, вот мы здесь, да? Давайте... А, ну ладно, к одноногому успеем. Давай еще раз, Кэп. Отправимся-ка на Виргинские острова на полуночную встречу. Полуночная встреча, задание Капера. Догоните и уничтожьте Грейхаунд с его эскадрой. Окей, так, сделаем. Грейхаунд с эскадрой, да? В эскадре, я думаю, будут маленькие вот эти... Каперские суда, или как? Все нашканцы! Карибское море, тот же год. Давайте, ребятки, нашканцы. Блин, он сейчас опять будет уходить по мелководью. Это враг или кто это? Да, это враг. Сбавим ход! Зарифить, полпаруса! Стоим! Зарифить все, все убрать! Блин, блин, пройдем, не пройдем. Парни, вал паруса! Вал паруса! Вроде должны. Скала близко, сэр! Да я вижу. Так, он обходит слева скалы, мы обойдем их справа. Нужна скорость! На всех паруса! Все паруса! Прикольно, да, островки такие. Там бы поотдыхать.
Там, правда, ни хрена нет и никакой живности. Можно с голоду помереть. Ну, поотдыхать надо брать туда, да. Провизию. Так. Вот она и эскадра. Ну, мы как бы пытаемся. Мимо. Ты что такое косой, а? Ой-ой-ой-ой-ой! Вроде промазал. Так. Ой, блин, одну минуточку. Которую секундочку. Не зря же мы тут покупали. Ты что там стреляешь, мелочь пузатая? Чуть-чуть укусили нас. Так, остался только ты. Блин, по-моему, не дострельнем, а? Да, все в воду пошло. Да что-то они опять стреляют. Теперь наша очередь. Вроде попали. Чуть-чуть укусил. Да, как он может так стрелять, а? Бесконечно. Так, мы сделаем вот так сейчас. Косой. Давай-давай, уходи. А, попадет сейчас. Сейчас кто-то поплатится. Давай, в корму ему. Так, неплохо пошло. Кормовых пушек у него нету. Фальконеты не рулят в этом деле. Так, он готовится к залпу. Уходим. Не успеем. Ох ты, как он нас попал. Давай. Теперь наша очередь. Прощай, Грэнхаунд. Фу. Главное достоинство Грейхаунда было маневренность его и скорость. То есть он отваливал от нас и обстреливал. Причем обстреливал он с минимальным временем перезарядки как-то. Прям залп, и тут же спустя секунды 3-4 еще один залп. Наша аквила так не может. Нам надо перезаряжаться. Но мы его сделали. Так или иначе. Или как говорила наша учительница по физике, так или иначе. Так, давай-ка сплаваем еще. Здесь есть у нас на Виргинских островах гиганты буря. Задание капер, гиганты буря. Заманите Орфей и всю эскадру в ловушку и уничтожьте. Это интересно. Ловушку заманить. Дайте угадай, Карибское море, 1777 год. Ой, Карибское море, Виргинские острова. А, не Карибское море, да. Виргинские острова в Карибском море, где он находится.
уничтожьте все корабли и выманите Орфея. Держитесь там, ребята! Окей, так, это у нас мелкий, да? Бля, че косой такой? Молодец. Блин, этого пронесло как бы. Еще один выстрел, ну. Вот так вот. О, этого я таранул, да? Так, теперь где у нас? Ох, ты мать твоя, это волна? Да, это волна, видимо. Какая она здоровая. Блин, у него эти фронтальные, да? Носовые пушки у него. Так, подождите, ребятки. Наши любимые каленые ядра. Давай, каленые! Идем в Полпаруса! Полпаруса! Так, между ними как бы не очень айс. Заряжайте, ребятки. Так, он обходит нас с этой стороны, да? Ах, ты попал, зараза. Вы зарядили, ребят? Пли! Есть один. Ух ты он. Блин, как они меня бесят с этими носовыми. Ай, какой я косой, а. Давай, фальконеты. Есть. Попали, это хорошо. Стоп, стоп! Убрать паруса! Еще стоять! Давай, пол паруса! Давай, как он заходит, вы смотрите, а? Поберегись! Блин, волны мешают. Блин, все почти в воду. Ветер такой противный. Огонь!
Блин, он таранит меня, да, походу? Вниз, вниз! И ответный залп. Давайте, ребятки, давайте, давайте. Блин, сколько же с ним можно бодаться-то, а? Yeah. Фу, задание на море становится сложнее и сложнее. Мало того, что там Орфей со своей эскадрой, так еще здесь и волны убийц. Просто такие сумасшедшие. Да, Коннор стал таким закаленным морским волком. Кто бы мог подумать, да, индеец из какой-то деревни достигнет таких высот. И у нас осталось задание темплиеров. Давайте тоже с ним разберемся. Очень мне нравится убежище Бидла. Ух ты. Убежище Бидла, морское задание Николаса Бидла, видели в Карибском море. Настигните его и положите конец его предательству. Николас Бидл, капитан корабля Рандольф. Или Рандольф, я думаю. Сейчас мы столкнемся именно с этим кораблем. Карибское море, 1778 год. Год спустя, то бишь. Видел, он там по птичкам шмаляет. Дай сюда штурвал. Идем на север. Держаться! Давайте половину, парни. Полпаруса! Живо! Живо! К бою приготовиться! К пушкам! Все на... Так, заряжаем сразу калены. Калены! Так, на всех парусах, наверное, не буду идти в таком ограниченном пространстве. Тем более, что ветер немного шутливый. Юго-западный. Да ты чё? Сам Рэндл. Так, ничего с ним делать, с этим Рэндольфом. Убрать паруса! Убрать парус! О, не-не-не! Какой шквал, а? Пока преследовать, да, его? Я думаю, так его надо взять на абордаж. Хотя бы я с радостью бы его расхреначил. Блин, отрывается, смотрите, 230 метров. И что же этот хитрец затеял? Будьте осторожны, капитан. По-моему, он... Наверняка что-то неладно. Он ведет нас в ловушку, однозначно. Дистанция все-таки... То ли сокращается, то ли увеличивается, не пойму. Сейчас увеличивается. Линейный! Да ты че, где? Ах, ты ж мать твою, два штуки. Я знал, что не все так просто. И он атакует нас. Плохо дело, капитан. Ничего, справимся. Значит, будем драться. Рэндольф на абордаж, других на дно. Окей, о, Рэндольф. Рэндольф у нас развернулся. Прыгнись, Рэндольф! Так.
линейные какие-то косы. Не надо заходить между ними. Зал! Получил по носу. Так. Низ. Сумарика тоже калеными ядрами шмаляет. Один есть. Заряжайте, ребятки, заряжайте. Мы между двух кораблей остались. Низ! Наш черед. Побыстрее бы. Мимо. Ничего, нормально идем. Полный ход на всех парусах! Да не попадешь ты сквозь волны. Эй, пол паруса! Бавить ход, пол паруса! Рэндальф, нахрена ты сюда? Все вниз! Так. Хорошо. Так, возьмем обычный ядра, потому что у них дальность хорошая. Все паруса, парни! Всех паруса! Рендер стоит. Обойдем его с этого борта. Давайте, ребятки. Пли! Есть. Берем Рэндалф на абордаж. Он попался. На попался. Фидл мой. Наш неуловимый Рэндалф. К оружию! Только на это! Прикрыть нас с квартердека! Корвалы, вижу крепче! На носу тяни! Берем Рэнда! Бидл! Вот мы и встретились с тобой. Где ты там, блядь? Сходи. А, убить только Бидла? Как-то поздно вы мне сказали, ребятки, я уже убил другого человечка. Твоя жажда справедливости, убога. Зря ты выполз из своей деревушки. Так, подожди, у тебя пистолет есть, а у меня его нет. Так, вот так вот, нормально. Мистер Кэдуэй щедро вознаградит меня за твою смерть. И дорого заплатишь за то, что ты сделал с Рэндальфом. Ух ты! Читер бобер! Что ты убьешь? Ты ловок, хитер. Жаль, что ты умрешь. Почему он не может его добивать, а? Это очень печально.
Раунд 2. Давай же, дикарь. Что ты можешь? Твоя жажда справедливости, убога. Зря ты выполз из своей деревушки. Твоя жажда справедливости, убога. Зря ты выполз из своей деревушки. Тебе дам стрелять, блядь. Дурья твоя башка. Мистер Кенуэй щедро вознаградит меня за твою смерть. Твоя жажда справедливости, убог. Зря ты выполз из своей деревушки. Пора бы тебе подохнуть. Твоей власти на побережье пришел конец. Ты поэтому искал меня? Думал, что я враг великой цели. Я так и знал, что ты ничтожный глупец. Ты причинил боль и страдания людям только ради личной выгоды. Боль, страдания. Я освободил их. Искоренил недовольных, облегчил жизнь патриотам. Меня сделали адмиралом, что с того? Революции нужен адмирал, а я лучший кандидат. Единственный. Если бы не я, континентальный флот так и был бы кучкой лодочек. Вы смотрите, ассасины, но истины не видите. Довольно. Стой! Пусть Рэндальф умрет со мной. Не бери его как приз. Потопи мой корабль. О большем не прошу. Я не могу поверить, что вы оставляете Рэндальф. Отличный корабль, капитан! А как же Бидл? Вы проявили милосердие? Вот значит как. По мне так это немножко чересчур. И все же жаль, хороший был корабль. Может, хоть парней похвалите, а? Аквила победитель! Слава Аквилле! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Видал я так много далеких земель. Я тратил монеты на виски. Убежище Бидла. Да, Аквилла рулит, конечно, мы с этим кораблем столько потопили судов, что представить страшно. Недаром ее прозвали призрак северных морей. А на этом давайте серию закончим. Серия была обалденная, просто таки мы достали наконец-то Рэндальфа. Уничтожили Николаса Бидла, хотя он был адмиралом континентальной армии, но он был предателем. А предателей мы не прощаем. Всем желаю всего доброго, увидимся в новых сериях. Пока.